граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Рабочие и работницы города Ленина, колыбели великой пролетарской революции, бросят все силы на разгром врага. Товарищи, с нами вся страна, с нами могучий, сплоченный воедино советский народ. Над нами реют славные боевые знамена, закаленные в боях партии Ленина-Сталина. Нас ведет на победную борьбу великий полководец пролетарской революции, родной товарищ Сталин. Лучших своих сынов послал город Ленина в ряды Красной Армии. Трудящиеся Ленинграда создают многотысячное народное ополчение. В первых рядах – коммунисты и комсомольцы. Комсомолка Наташа Матвеева, участница боев с пилотинами, организовала отряд девушек-дружинниц. Тысяч ленинградцев вступили в ряды народного ополчения. Первая неделя войны. В боях Красная Армия героически отстаивала каждую пядь советской земли.
ничего не оставлять врагу. Опасность нависла над Ленинградом. Главные рабочие Кировского завода в первых рядах народного ополчения. Участник штурма Зимнего дворца в октябре 17 года, токарь Кировского завода Константин Васьков. По призыву своей большевистской организации сотни тысяч ленинградцев строили оборонительные рубежи на подступах к городу. В питерских составах, переулках и улицах вырастали баррикады. Город превращался в неприступную крепость. Нарвская застава. Все новые и новые вооруженные отряды ленинградских рабочих идут на фронт. Все поставить на службу одной задачи – разгрому врага. Изо дня в день растет производство вооружений и боеприпасов на ленинградских заводах.
Трудящиеся Ленинграда организовали сбор теплых вещей фронту. Женщины Ленинграда встали на место мужей, сыновей и братьев, ушедших на фронт. Осваивают новые профессии, перекрывают довоенные нормы производительности. Замыслил сломить боевой дух ленинградцев воздушными бомбардировками. Фашистские бандиты бомбили госпитали. Дорого обходился врагу каждый налет на город. Сотни немецких самолетов были сбиты на подступах к Ленинграду. Thank you.
фашистскими бомбами разрушен Академический театр оперы и балета имени Кирова. Любимица ленинградской детворы слониха Бетти. По немецким сводкам, это военный объект. Товарищ Попков, председатель Ленинградского совета депутатов трудящихся. Ремонтные бригады быстро ликвидируют последствия варварских бомбежек. В часы воздушных налетов рабочие и работницы не прекращали работу. Старый путиловец, пенсионер товарищ Бобин вернулся в эти дни в свой цех. Летчик-истребитель товарищ Севастьянов в ночном воздушном бою таранил фашистский бомбардировщик. Новые и новые отряды бойцов Красной Армии и Краснознаменной Балтики шли на защиту родного города.
решительный огонь по врагу. Товарищ Штанов, член военного совета Ленинградского фронта. Секретарь Ленинградского горкома партии, член военного совета Ленинградского фронта, товарищ Кузнецов. Наши доблестные войска, трудящиеся города, преградили врагу дорогу и сорвали его план захвата Ленинграда. Военный совет Краснознаменного Балтийского флота. Командующий флотом вице-адмирал Трибуц. В эти дни Ленинград вместе со всей страной услышал голос своего вождя. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Плюс в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость.
под знаменем Ленина. Вперед, победа! Вся страна слушала мудрые, зовущие к победе, слова великого Сталина. Указания вождя вдохновили ленинградцев на новые боевые дела и славные подвиги. Фашисты начали разбойничий обстрел Ленинграда из тяжелых орудий. Рядом поврежден Эрмитаж, всемирно известная сокровищница произведений искусства. В городе становилось все труднее. Остановился городской транспорт. Иссякали запасы топлива, продовольствия. Не хватало электроэнергии. Вроде замерз водопровод. Испытывая тяжелые лишения, под ежедневным обстрелом день и ночь работали питерские рабочие.
люди железной выдержки и воли. Ничто не могло остановить самоотверженного труда ленинградцев для фронта. Стойко и мужественно переносили ленинградцы испытания и лишения, вызванные вражеской блокадой. Крепла и закалялась их воля к борьбе, их уверенность в своих силах, их жгучая ненависть к подлому врагу. В осажденном городе продолжали работать ученые, писатели, художники, музыканты. Композитор Асафьев в дни блокады не прекращал работу над новыми произведениями. Артиллерийскими снарядами обстреливал жилые дома. В городе возникали пожары. Сломил враг боевой дух ленинградцев. В морозные декабрьские дни ярким пламенем горела в их сердцах уверенность в победе. Немцам не удалось отрезать Ленинград. Ленинградцы повседневно чувствовали заботу и поддержку Родины, товарища Сталина. Десятки транспортных самолетов доставляли продовольствие в город.
Этими же самолетами отправлялось на другие фронты вооружение, изготовленное ленинградскими заводами. Ленинград, товарищу Жданову. Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами. Жуков. С гордостью и радостью узнали ленинградцы о победе наших войск в великой битве под Москвой. По инициативе товарища Жданова прокладывалась автомобильная трасса по льду Ладожского озера. Враг просчитался вновь. Погоду и стужу под самым носом у противника, под артиллерийским обстрелом и бомбардировками вражеской авиации, тысячи грузовиков доставляли Ленинграду продовольствие, горючее и боеприпасы. Они знали, эти грузы нужны Ленинграду и фронту. В трассе была проложена железная дорога. Сотни тысяч женщин и детей эвакуировались из Ленинграда.
танки, построенные ленинградскими рабочими, переправлялись по льду Ладожского озера на Ленинградский фронт. Задача снабжения Ленинграда в условиях блокады и тяжелой зимы была решена. Стен Ленинграда. Он близко. Это передний край обороны города. Истребители немецких оккупантов. Десятки тысяч гитлеровцев и их белофинских холопов уничтожили снайперы Ленинградского фронта. Стахановцами фронта назвал их товарищ Жданов. Сто шестьдесят седьмой фриц на текущем счету отважного снайпера Рахматуллина. По приказу товарища Сталина войска Ленинградского фронта вели наступательные бои. Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Хозин. Мощными залпами артиллерии, сокрушительными ударами с воздуха, огнем и стальными гусеницами танков прокладывался путь советской пехоте.
тылу у врага. В лесах Ленинградской области славные партизаны и партизанки ведут беспощадную борьбу с гитлеровскими оккупантами. Партизаны разрушают связь противника. Устраивают на дорогах завалы. Партизанская засада. На дорогах всегда подстерегает и везде разит врага меткая партизанская пуля. Вражеского тыла через линию фронта партизаны Ленинградской области везли Ленинграду обоз с продовольствием и деньги, собранные фонд обороны страны. Каждую деревню немцы превратили в опорный пункт своей обороны. Наши части громят врага, выбивают его из населенных пунктов. Thank you.
гитлеровские вояки. Месяц боев с 10 марта по 10 апреля войсками Ленинградского фронта истреблено 37 тысяч немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи 176 орудий, 986 пулеметов, 512 автоматов, 4166 винтовок, 19111 снарядов. Сотни тысяч гитлеровцев нашли свою могилу под Ленинградом. Отважным сталинским соколам, защитникам славного города, вручаются гвардейские знамена. Стояли город Ленина. Они стали грозой для немецкой армии. Они заслужили высокую награду. Награда Родины отважным партизанам, народным мстителем, истребляющим в лесах Ленинградской области немецких захватчиков. Подходили к концу месяцы суровой зимы. Зорко следят бойцы переднего края за каждым движением притаившегося врага.
До 21 апреля действовала ледовая дорога через Ладогу. Каждый лишний день ее работы – тысячи тонн драгоценных грузов. Ленинградский городской комитет партии и Ленинградский совет депутатов трудящихся организовали население на очистку дворов, улиц и набережных своего города. Свыше 300 тысяч ленинградцев ежедневно выходили на работу. Корабли краснознаменной Балтики. Много раз немецко-фашистские брехуны сообщали в своих сводках о потоплении крейсера «Киров» и линкора «Октябрьская революция». Вот они, гордость нашего флота. Из далеких среднеазиатских степей к берегам Невы привезли делегаты киргизского народа слова привета и дружбы. Со всех концов страны прибывали делегации с подарками защитникам Ленинграда. Эти граждане города Ленина вместе с отцами и матерями прошли через все трудности зимы и блокады. Большой и радостный день в городе. Снова по улицам Ленинграда пошел трамвай. Thank you.
Тяжелая зима осталась позади. Вновь весеннее солнце встало над городом, прошедшим через великие испытания и готовым к новым боям. Передний край обороны Ленинграда. Там немцы. Город-фронт. Так живет и борется город Ленина. Так живут и борются ленинградцы, славные патриоты и патриотки нашей страны.